Закрыто. Надо свериться с табличкой. Закрыто. Надо свериться с табличкой.
кажется, оно стоит правильно. Как-то так. А теперь к двери. Наконец-то. Так, посмотрим, что с ней. Чего бы отцу быть здесь? Здесь жарко. Надо смотреть под ноги.
Что это за место? Придется нырять. Вот это да! Есть кто? Здравствуй, Алексиос. Приветствую в Атлантиде. Атлантида? Не может быть! Но это же миф! Многие тайны мира скрываются за мифами и легендами. Но кто ты? Меня зовут Пифагор. Я твой отец. Пифагор? Не может быть! Он умер много лет назад. Да, почти век назад, если ничего не путаю. И все же, вот я здесь, перед тобой. А Икар тогда? Мой старый добрый друг. Он присматривал за тобой. И вот ты здесь. Я пришел свершить свою судьбу. О, вот как. И что ты имеешь в виду? Я думал, ты мне скажешь. Атлантида неохотно раскрывает свои тайны. Так зачем я здесь? И что я должен сделать? Расскажи мне. Здесь хранятся знания, могущественные знания. Если они попадут не в те руки, человечество ждет гибель. Нельзя, чтобы это место нашли. Нужно навечно отрезать Атлантиду от остального мира. Я ничего не понимаю. Я воин, а не ученый. У всех есть предназначение, Алексиос. Твое — помочь защитить тайны Атлантиды. Ты прав. Греков нужно спасти от них самих. Прежде всего, верь в себя. Ты многое можешь. Постараюсь. Все нужные мне ответы здесь. Чтобы добраться до них, нужны особые артефакты. Я должен найти артефакты и вернуть их в Атлантиду? У меня есть сведения, которые облегчат тебе поиски. Это могущественные предметы. Они порабощают умы слабых и обладают собственной волей. Я верну их, но у меня еще есть вопросы. И я отвечу. А пока возьми. Это фрагмент ключа, что поможет тебе найти артефакт в Биотии. Мой союзник сейчас как раз ищет второй фрагмент.
Вики, здесь Атлантида. Атлантида? Проверю показатели. Ты бредишь. Мы ищем артефакт Ису, обладающий сверхсилой, а тебя волнует это? Пифагор родился в 570 году до нашей эры. Значит, мужчине в пещере почти 150 лет. Что поддерживало его жизнь так долго? Жезл Гермеса Трисмегиста. Мисс Хасан, вы правы. Я помогу все собрать. Да, поспешим. Я добралась до места. Цепь пещер, которую мы обнаружили, подо мной. Снаряжение в норме. Готовлюсь нырять. Лейла, ты ведь не знаешь, что внизу. Вдруг акулы? Они лучше тамплиеров. Мы будем следить за Абстерго. Удачи, Лейла. Что ж, я спускаюсь. Где-то там вход. Я найду его. Вот. Должно быть, это вход. Вы еще слышите меня? Что-то вы примолкли? Да, слышим. Ладно, просто здесь ужасно тихо. Ты не одна, Лейла. Мы наблюдаем за тобой. Ты молодец. Да, если что, мы здесь. Сказал ассасин, сидящий за столом. Между прочим, я и так могу быть полезной. Я много знаю о Древней Греции. Вы слышали, что минойцы построили в Закресе огромное кладбище, долину мертвых? Может, не будем о смерти? Алана, если я умру, назови это место пещерами мертвых. Ладно? Конечно. Эй! Я буду скучать по лофту. Мне нравился вид. Скучать? А вернуться нельзя? Ты не читала отчет Киоси? Там побывали Абстерго, он рассекречен. Нет, я же исследовала Тиру. Киоси, ты в порядке? Ну да. Я забрал снаряжение и наблюдал за происходящим издалека. Они нашли мой подарок? Да, флешку, которую ты уронила под стол. В Абстерго нет дураков, которые рискнут вставить ее в компьютер. И не нужно. Внутри нее мой RFID-передатчик. Стоит поднести его к терминалу, скажем, в кабинете начальника охраны, и... бах! Здорово! Да ну, пустяки. О-о-о! Я не ожидала такого совершенства. Как они это построили? Все бы отдала за инструменты ИСУ. Не похоже на Египет. Общие элементы есть, но... Для начала неплохо бы снять гидрокостюм. Да. Получилось. Лейла, Альтаиру 2. Я внутри. Камера работает? Да. О, боги, Лейла. Атлантида. Как самочувствие? Не тошнит от смены давления? Я в норме. Здесь просто потрясно.
Думай, думай. Должен быть способ. Как-то же они открываются. Я возвращаюсь в Анимус. Алексиос покажет мне, как ему удалось попасть внутрь. Времени мало, но у меня есть вопросы. Думаю, их накопилось немало. Расскажи об Атлантиде и своей работе. У меня нет времени, чтобы объяснить хоть толику того, что я узнал. Все, что я могу предложить сейчас, лишь намек на знание. Это место похоже на гробницу. Как ты сумел прожить здесь так долго? Артефакты обладают немыслимой силой. Жезл поддерживает мою жизнь, и я изучаю это место. Атлантида, значит? Так что это за место? Думаю, здесь был город. Еще до того, как появились первые поселения людей, здесь жили мудрые, могущественные существа. Это могла быть библиотека, где древние хранили свои знания. И что же ты здесь изучаешь? Все, что есть. Историю первой цивилизации, их культуру, науку. Эти знания изменят судьбу людей. Наступит эра просвещения. Только боги способны влиять на судьбы людей. Они и были богами, живыми богами. На этом все. Я хочу узнать о своей семье. Сентиментальные и эмоциональные связи между людьми всегда мне докучали. Я знал, что Мирин привяжется ко мне. Что нужно культу от нашей семьи? В нашей крови кроется ключ к тайнам Атлантиды и к тому, как обуздать древние силы, что здесь сокрыты. Так им нужна кровь? Нет, им нужна власть и уничтожение тех, кто им не подчиняется. Ты ставишь под угрозу их планы, ведь ты можешь им противостоять. Им не удалось уничтожить меня. И подчинить не выйдет. Если ты всегда был здесь, как вы познакомились? Мы потомки тех, кто построил это место, как и ты. Мы знали, что обязаны сохранить наше наследие. И решили создать меня. Если можно так сказать, да. Так почему ты оставил нас с матерью в Спарте? Я и не собирался растить тебя. Нашим долгом было продолжить древний род и убедиться, что кто-то исполнит предначертанное, когда придет время. Ты мог привести нас сюда! Ты бы остался без подготовки. Я узнал все, что хотел. Что мне делать с артефактами? Помести их в соответствующие стелы. Это озарит путь к ответам. Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. Thank you.
Что-нибудь еще? Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. Сотворение существ этому способствует. Неудивительно, предтечи любят, когда их считают богами. Сотворение существ этому способствует. А предмет, известный как жезл Гермеса Трисмегиста, этот жезл ничем не отличается от других. Это опора, посредственное оружие и символ. Вмешательство предтеч, искажение биологической программы, гибриды, порожденные сращением артефактов и плоти. Huh?